В Узбекистан прибыли долгосрочные наблюдатели Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств. В Центральной избирательной комиссии прошла встреча с представителями делегации во главе с заместителем руководителя секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. Гостей ознакомились с ходом избирательной кампании. Звучало, что выборы проводятся открыто и прозрачно, в соответствии с основным законом нашей страны и избирательным кодексом. Также речь шла об условиях, созданных для досрочного голосования, участия в выборах граждан Узбекистана, находящихся за рубежом. Мы получили приглашение от председателя Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан. Сейчас сформирована группа экспертов, и в рамках вот этой экспертной деятельности мы осуществляем долгосрочный мониторинг, как избирательная комиссия подготовила все мероприятия, которые обозначены в календарном плане, как они осуществляются, как идет подготовка и как готовятся выборы. А уже ближе к выборам мы приедем сюда, к вам, в республику, еще раз уже в составе группы международных наблюдателей, в которые войдут представители парламентов других стран. Это депутаты, это сенаторы. Нашу группу Межпарламентской ассамблеи возглавит первый заместитель спикера Республики Таджикистан господин Махмадали Ватанзада. В ходе осуществления долгосрочного мониторинга эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ будут отслеживать и анализировать основные этапы избирательной кампании, а также проводить встречи с участниками избирательного процесса, руководителями избирательных комиссий различного уровня и представителями штабов политических партий. По результатам будет опубликован итоговый отчет. Наблюдателям были вручены удостоверения соответствующего образца, дающие им право участвовать во всех мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением выборов, а также находиться в комнатах для голосования и подсчета голосов в день выборов.